А куда ведет этот мост? Пастор. Тебе было весело, да? Возможно. Снова дома? Да. Давай сложим корни вон в то ведро слева. А потом я хочу показать тебе еще кое-что. Ты как? Ничего. Нам надо бы вернуться к воде. Пойдем. Ничего, если мы еще тут побудем. Мне, может быть, надо кое-что починить? Да. А ты умеешь превращаться в животных? Пока нет. Ну, может, это умение богов, а не великанов. Задел за больное. Прости. Я шучу. По туннелю направо, Ял. Нам в ту сторону. Ой, не сюда, крошка. Поворачивай. Тупик. То. Мне нравится это заклятие. Идеальная маскировка. Поэтому я и не чуял других великанов, когда мы с отцом тут бывали. Душа внутри ножа. Что? Ну, внутри душа, внутри ножа. Разве ты не знал? Нет. Чья душа? Знаешь, наверное, лучше не трогать его, пока не выяснишь. Но как? Я ведь не занимаюсь тем, что краду чужие души.
Яле обычно нужно время, чтобы добраться. Что делаешь? Расслабляюсь. Интересно, сколько раз у меня получится? Попробуешь? Да. Это вроде просто. Тебе помочь? Нет, я вроде понял. Что если... один. А, теперь ты надо мной смеешься. Я смеюсь не над тобой, а... Нет. А над ситуацией. Ага. Так, ладно. Не откажусь от помощи. Попробуй кидать в плоскости. Надо выбрать момент, когда отпустить камень. Ладно. Смотри. Я прикрою! Я разберусь! Яфа! Я прикрою! Поконтролируй его!
Ялфа! Я помогу! Мой последний бросок не считается. О, считается. Из воды вылез Драугр. Ну, и что? Потом еще раз попробуем. Куда идем теперь? Я кое-что припасла. Вроде подарка тебе. Мне уже бояться? Нет. Но у меня нет ничего для тебя. Можно тебя спросить? Конечно. А мы последние из великанов? Вроде того, это сложно объяснить. Я хочу знать. Куда проще тебе будет показать. Честно. А как же мое пророчество? Если это правда, что мне тогда делать? Это не важно. Конец все равно будет тем же. Можно сколько угодно пытаться его избежать, но не выйдет. Хочешь сказать, никто не смог изменить свою судьбу? Ни разу? Ну, какие-то мелочи изменить можно, но результат остается тем же. Лучше идти своим путем, чем наперекор. Нашел еще. Если это понравится. Она вечно голодная.
Что это? Подъемник. Ялу придется оставить тут. Отправимся наверх. Фара! Этот подарок. Кажется, ты не особо хочешь его дарить. Это значит, мы почти пришли. О чем ты говоришь? Ты поймешь, когда доберемся. Что ж, пора выполнить мою часть пророчества. Иди за мной. Ялфа! Я разберу! Ялфа! Сюда. Мы приближаемся к долине Падших. И что с ними стало? Они устали жить под страхом Асгарда и ушли.
Оставили гору трупов, чтобы сбить Одина с толку, если он все же придет в Йотун. Куда ушли? Увидишь. Сама. О, еще камни. Что? Ты их уже видел? Да, в Мидгарде. Не эти, но похожие. Где? Во фресках твоей мамы. О, ну это же... Они есть и там. Так что это? Смотри. Яйца. Родер. Осторожно. Бара. Они принадлежали великанам? Это и есть великаны. У них был выбор. Остаться в Йотунхейме и ждать, пока Один найдет и убьет их. Либо спрятаться. Отец помог сокрыть их души в камне. А перед смертью передал их мне. Так они обрели покой. Теперь ты за них. Ты уверена? Ну, это предвидела мама. Когда придет время, ты поймешь, что с ними делать. И когда? Не знаю. Пойдем назад. Это очень большая ответственность. Верно. И она на тебе. Стой, ты в порядке? Да. Да, теперь на этом все. Наверное. Я отдала их тебе, и моя роль в этой истории окончена. Ты ведь можешь пойти со мной. И тоже сражаться с Одином. Если бы я могла это сделать, не пропала бы с твоей фрески в середине пророчества. Я понимаю. Ну, лучше держать камни вместе. Правда же? Пойдем. Гора выше всех прочих. Я был здесь один раз, и тогда мы с отцом забрались на нее.
Знаешь пальцы великана? Там я развеял пепел мамы. Кажется, так давно. Слушай, забудь о том, что видела на фреске. Это не конец твоей истории. Я знаю. У меня есть план. Просто для великана все уже кончено. А кто тогда я? Мой друг? Стой, ты чувствуешь? Что именно? Помоги-ка мне. Надо вернуться к Яле. Что-то не так. Ангербода, ты не поможешь? Что это с ней? Ой! Локи, что происходит? Все нормально, я разберусь. Позаботься о Яле. Я сейчас. Ялфа! Ялфа! Яла! Да, я зря волновалась. Извини. Ну, эти камни. Все, что осталось от великанов? Но здесь не все.
Каких-то не хватает. Но где же они? Точно не в девяти мирах, насколько я знаю. А кому ты скормишь эту кислогрушу? Ну, кто успел, тот съел. Скорее всего, Ирпа, он шустрый, но не жадный. Фара! За этими скалами есть колодец. Мы спустимся туда. Нужно... Что-то не так? Никто не верил, что это место есть. Представляю, как все удивятся. Локи, ты никому не должен говорить про Ярнвид. Даже отцу нельзя. Это место так безопасно лишь потому, что Один его не ищет. Мои охраны и чары могут отогнать зверей, но если асгардцы начнут искать... Я понял. Прости. Я никому не скажу. То. Одну. У нас гости. Ух ты! Привет! Пока! А вот еще. Значит, Ирпа – вожак стаи? Вожак Нот – одна из самых старших. Впереди колодец. Там водится много тварей. Раньше я брала там материалы для краски. Да? Надо их оттуда выгнать. Краска – дело важное. Ну, если хочешь. Конечно. Почему нет? Лина. Идеально. Эй! Эй, я... Убил цветок? О, я... Это подарок. Спасибо, но лучше оставь себе. В общем, нам нужно найти гнезда Эду. Там будут нужные мне вещи. Так что смотри вон. Здесь так темно. Дай помогу. Эдлы! Целое гнездо! Тут внизу их полно! Я помогу!
Если зажжем больше факелов, то увидим их, уничтожим, а потом заберем, что нам нужно. Вперед! Ты веди, а я буду зажигать. Как ты, воин? Если увидишь еще факелы, скажи, я и их зажгу. Ялфа! Это ты в Мидгарде не была. Тут легко заблудиться, да? Не заблудишься. Не волнуйся. Странно, тут пахнет. Стоячей водой. Хорошо. Ялфа! Раньше тут было не так. Будь осторожен. Гнезда могут быть не только. Иногда они строят их повыше. Есть. Хорошо. Пойдем остальные. У меня есть идея. Не хочешь пойти со мной? Куда? В Мидгард, в другие миры, куда угодно. Не думаю, что это хорошее.
ведь животное. Но все равно спасибо. Кажется, где-то рядом еще одна. Кажется, где-то рядом еще гнездо. Еще один готов. Так гораздо лучше. Ялфа! Еще много. Осталось несколько гнезд. Давай с ними разберемся. Мы прозрели.
Альфа! Я прикрою! Вот тебе! Яба! Здесь рядом внизу. Надо как-то к нему подобраться. Я помогу! Какой твой любимый цвет? Должен быть только один? Если их много, то нет. Нет. Стой сейчас. Синий. Нет, погоди. Зеленый. Хотя желтый тоже красивый. Ну и красный нельзя исключать. Неплохо. Думаю, теперь все. Спасибо. Тебе полегче? Да. Пойдем обратно. Да? А ты? Готова уходить.
Атрас! Я думал, что если узнаю свою судьбу, это что-то изменит. Но я остался собой. У тебя было так же? Ты всегда будешь собой, Локи. Главное, смириться с этим. А ты смирилась? Я думала, да. Вернемся обратно? Нет, пойдем мимо колодца, так быстрее. О, я хотел спросить, у твоей мамы бывали видения? Все великаны видят будущее. Некоторые. Во снах. О, точно. Как-то раз мне снился Тор. Тор? И сон сбылся. Он пришел в наш дом. Что? Серьезно? Звучит немного жутковато. Да. И не говори. Что это? Светлячки? Они опасны? Какая прелесть. Ха, симпатичные. Да. Как вовремя. Ты о чем? Ого! Я знаю, все было очень странно. Во многих смыслах. Но я рада, что ты пришел. Я тоже. Раз теперь я знаю, как сюда попасть, я могу прийти в любое время. Так ведь? Когда? Не знаю. Когда все утрясется. То есть после Рагнарёка? Да. Ладно. Вряд ли я тогда буду занята. Кажется, из этой ракушки что-то выпало. Давай посмотрим.
Давай, крошка, ты справишься. А что там? Так ближе. Умница. Давай, Ялла, я в тебя верю. Ялле надо отдохнуть. Но вообще-то я серьезно. Слышишь? Насчет рисунков. Они хороши. Пытаешься меня подбодрить? Да. А выходит? Спроси меня через пару. Ну, наконец-то! Что за... Заткни. Уже поздно скулить. Можно. Кто это? Грила. Она... Что это с ним? Я ничего не чувствую. Нечего чувствовать. Грила забрала его душу. Знаешь, где ее дом? Что ты задумал? Мне надоело хоронить волков. Иди за мной. Очень шустрые. Я разберусь. Ялфа! Лови! Ялфа! Я разберусь. Если встретим Грилу, не делай ничего сгоряча, ладно? Почему? Она моя бабушка. Что? Она не всегда была. Поняв, что мой отец не собирается перечить своей судьбе, она изменилась. Ясно. Похоже, придется найти другой путь. Ялфа!
Видишь что-нибудь на той стороне? Смотрю. Много великанов тут жило? В целом. Хочешь узнать о своей матери? Она целую жизнь прожила тут, прежде чем родить меня. А я ничего об этом не знаю. Прости, я ничего не слышала. Твоя мать покинула великанов задолго до моего рождения. Ялфа!